Здравствуйте, магазин «Лючит. Серебряные украшения». Сегодня у нас необычная такая подборка. С одной стороны, необычные стилистические решения серебряных украшений, а с другой стороны, они объединены все тем, что здесь у нас цвет аквамарина. Конечно, изделия не натуральные, но, тем не менее, очень даже интересные. Начнем мы с вот такой модельки от завода «Вега». Артикул на сайте 731. Вообще, чтобы найти изделие с цветом аквамарин, вы можете нажать на слово «каталог», затем выбрать цвет. Вот есть вставка цвет, а есть цвет. Выбрать, нажать там аквамарин, и все изделия вам будут доступны. Там можно будет ознакомиться с ценами. Смотрите, артикул на сайте 731. У нас здесь кварц цвета аквамарин. Интересный камень по огранке. Она как бы не совсем шахматная, да, двусторонняя. Поэтому вот такое вот шикарное совершенно мерцание он, да, дает. По бокам у нас, видите, такие растительные орнаменты с приятными такими маленькими вставленными фианитиками, то есть добавляющими таким немножко такой затейливости. 18,5 размер на широкой шинке, я думаю, он мне сел на 18,5 прям хорошо, достаточно крупный получился перстень. И здесь у нас идет точно такие же серьги, здесь тот же цвет аквамарина, видите, с двухсторонней огранкой, так хорошо мерцает. И вот это немножко все-таки напоминает мне такой выросший коралл. Если кто-то нырял в Красном море и смотрели на кораллы, то я думаю, что вам тоже это напомнит. Цветовая гамма нет, а вот сам факт роста такой. Обратите внимание, что вес серег нивелируется вот этой малой совершенно поверхностью, вернее, не поверхностью, а малым расстоянием, которое осталось у нас на ушке. То есть они будут очень плотно садиться. И, конечно, за счет того, что здесь маленькое пространство, мы можем говорить здесь о среднем проколе и о низком проколе. Да? При этом вес серег у нас с вами... Сейчас мы посмотрим. Вот так. Вес серег у нас получается 16,33 грамма, то есть по 8 грамм на ушко. Такой великолепный комплект, который можно отнести и к рабочей группе, да, к рабочему костюму, можно и к вечернему отнести, то есть то, ну, кому что нравится, то есть прям универсальность такая хорошая. Следующий комплект с явной затеей, здесь у нас эклектика полная, цветущий, вернее, бутон, наверное, скорее, не распустившийся цветок, и, нет, наверное, все-таки начинающий распускаться, два бутончика и вот такой треугольник, который не имеет цветочному, наверное, к цветочной фантазии никакого отношения, при этом все это в какой-то гармоничный узор сложный, мне кажется, достаточно интересно смотрится. Артикул на сайте 3084, здесь у нас кварц цвета аквамарин, размера 18,5. Широкая достаточно шинка, кольцо такое ощутимое, в руках 15 грамм кольцо. Ну да, и видите, 18,5, оно мне даже заваливается, то есть надо его все-таки поплотнее сажать. На 19,5 я, конечно, не рискну его надеть, но по-хорошему его надо брать на 19, потому что очень оно тяжелое, прям шевелится, заваливается, неудобно будет носить. У сережек, в принципе, орнамент такой же, да, узор такой же, несколько он уменьшен. И нижняя тыльная часть швенза выполнена достаточно широко, открывается, можно даже говорить о высоком проколе, здесь порядка 6 сантиметров, видите, сам крючок. Но по... Сейчас оденем, да? По нарядности, по эффекту, мне кажется, очень хорошая такая посадка, прикроет мочку уха, вот видите, вот этот вот сам орнамент, прикроет мочку уха, и на нижний, на низкий прокол тоже можно их использовать. Нивелируется вес вот этим малым расстоянием, то есть плотненько сережки садятся на ухо, и вот такой вот интересный, необычные украшения, на них всегда хочется разглядывать, когда не просто вот камень в лапках, да, тем более, что это фианиты, имеет смысл вообще, мне кажется, покупать в интересных украшениях, потому что натуральные камни, да, мы берем просто сам камень и в лапки его посадили, больше ничего не надо. А вот фианиты, здесь, конечно, интересна работа художника. Посмотрите, вот здесь перстень, опять же, такие какие-то выросшие кораллы, да, со сканью вот этими шариками из серебра, посажен на угол фианит, огранки багет. И вот идет еще маленькое дополнение, немножко, опять же, такое относится к теме моря. Здесь у нас фианит цвета аквамарин, артикул на сайте 3158, размер 17,5 колечко, четко мне сел на 17,5. Смотрите, сочетание брутальности формы и такой нежного цвета и мерцания камней дают вот работу такую, видно, художественную, да, интересную. Сережки у нас, крючок немного занижен, достаточно широко швенза открывается, и здесь мы можем говорить, вес серег у нас 14 грамм, про любой прокол они сядут совершенно спокойно. Да? С одной стороны брутальность, с другой стороны есть художественность, как картина, заключенная в раму, сочетание нескольких цветов,
И вот хочется их разглядывать. Не знаю, мне, например, хочется. Знаете, какой интересный вариант. Опять же, украшения такие мы носим с простой одеждой, которая не требует к себе такого вот пристального внимания, чтобы вы украсили себя только украшением, а не одеждой. То есть с однотонным платьем, с однотонным костюмом, с каким-то более простым комплектом. Еще один комплект, артикул на сайте 1210, делает у нас завод Циркон. Здесь очень длинные серьги, состоящие из трех элементов. Верхний у нас идет сам английский замочек, да. Дальше идет, видите, прямой элемент, который свернут прям, да, так как будто специально. Такая вот изгиб пошел серебра, пластина, да. Причем он имеет еще включение, и внизу вот эта капелька. То есть серьги, конечно, будут обращать на себя внимание. И по длине они достаточно такие емкие. Сейчас я померю, возьму линеечку. Они у нас по длине тут получаются почти 8 с лишним даже сантиметров, да. То есть надо опять обратить на это внимание, хватит ли вам длины шеи, чтобы повесить 8,5 сантиметров. И кольцо. Кольцо полностью поддерживает, видите, вот эту вот верхнюю часть серьги. Также вставлен фианит. И здесь нижняя серединочка кольца полностью поддерживает нижнюю часть серьги. Обратите внимание, что у кольца есть скос. Видите, оно сделано под углом. И, соответственно, мы можем говорить либо о первом нашем пальце указательном, либо о безымянном, да, когда вот у меня, например, вот такой скос. Возможно, у вас по-другому там расположен вот этот скос руки, да, и можно разговаривать о других. Но вот в идеале он, видите, предназначен вот для такого. Шикарный совершенно перстень. Хотя, например, если серьги вы не можете себе позволить такие длинные, да, но не хватает, например, роста, да. Камень совершенно простой огранки, то есть обыкновенная груша. И много таких классических серег, когда есть просто камушек такой, висит на английской петельке. То есть можно поиграться с этими историями. И видите, какой шикарный перстень в боковом. То есть когда вы носите, все это видно. И последний комплект каберне. Здесь у нас прям ягоды винограда недозрелого или зеленого винограда. Артикул на сайте 3058, кварц цвета аквамарин, 17,5 размер, поддерживана ягода винограда, да, вот такими цветущими, опять же, фианитами, опять же, растительным орнаментом. Тоже, видите, сочетание такое очень необычное, 17,5, я посадила на 17,5. Вот в этот рост пальца, да, ложится колечко, дополнительные какие-то акценты сделаны цветовые. То есть какая-то общая задумка художника. Точно так же прорисованы серьги. На обычной английской петельке они, как правило, садятся очень хорошо на любой прокол. Обратить внимание, надо только на вес 18,96. Вот мы сегодня прошлись по необычным украшениям с кварцем и фианитами цвета аквамарин, которые несут такую легкость, хочется на них смотреть, умиротворение. Поэтому порадуйте себя просмотром этого видео. Может быть, вам захочется что-то приобрести. И мы, как всегда, вас ждем в нашем магазине. Всего вам самого-самого наилучшего.